Приветствую всех из Одессы. Сегодня 16 сентября 2023 года. Вчера на пункте пропуска Староказачья Одесской области был задержан 21-летний парень и 20-летняя девушка-инвалид второй группы. Во время проверки телефона девушки пограничники обнаружили в переписке доказательства, что она выходила замуж за призывников по цене 2500 долларов или 92 тысячи гривен, если перевести по сегодняшнему курсу, и вывозила их на законных основаниях за границу. Но потом возвращалась, судя по всему, разводилась, женилась на новом и вывозила очередного. И, значит, также в Одесской области задержали 18 уклонистов. В Белгороднестровском районе обнаружили и задержали 18 жителей Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской и Одесской областей, которые решили незаконно попасть за границу во избежание призыва на военную службу. По интернету они связались с организаторами, которые сообщали им, что им необходимо делать, и указывали маршруты движения. За путешествие должны были заплатить до 5000 долларов с каждого. К месту сбора их довозили в прицеп с зерном, некоторые ожидали указаний, находясь в лесополосах по несколько суток. Всех парней направили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Цены растут, я смотрю. Раньше, помню, год назад, значит, выйти за границу теми или иными путями там стоило порядком 1000 долларов. Вот сейчас дешевле 5000 долларов можешь не подходить. То есть, а там и 10, и 6, и 7, и 8. Короче, цены уже просто космические. Вот. Ну, кто-то выходит, а кого-то ловят. И дальнейшая их судьба, честно говоря, мне неизвестна. Вот такая ситуация. Ладненько, подписывайтесь на канал. До встречи, пока.